Так, а что у меня по крикам? Морозное дыхание, да? Ну ладно. Так, еще один сундук. Щит брать не буду. Так, и все, что ли, назад идти? Так, а если тупо спуститься здесь, то сразу попадем на выход, да? Ну, блин, почему бы и нет, такой коротенький путь. Ой-ой-ёшеньки, ой-ой-ой, смотрите, там ребятки развлекаются. Ну пусть развлекаются, я их трогать не буду. Ух ты, блядь. Нихера себе. Чуть-чуть подмагнём. Блядь, а что ж за хрень мне происходит, а? Почему ж он так, блядь, натягивает тетиву? Так, навыки. Нет, навыки это не то. Там магия. Так, где, сука, эти активные умения? Так, не пойму пока. Загасили, молодцы. Так, спокойно. Потому что я, блядь, попасть не могу, а? Да чтоб тебе, чё ж ты падаешь, сука? Ладно, неважно. Так, вон она, следующая дверь. Погнали, короче, сейчас в нее заглянем. Тут вообще, конечно, дверей овер до херища. Этого робота они загасили, хорошо. Ёлки-палки, это куда мы пришли вообще? Сучка, иди сюда. Так, душа захвачена.
Камни тоже закончились. Посох цепных молний. 484 единицы здоровья. Урон идет. Писец, конечно. Урон жесткий. Так, все, у меня больше... Руки чешутся подраться. Нести ничего не конечно, могу. Так. Я могу нести много снаряжения. Девочка, ну давай, соберись, короче. Так, бивень мамонта нахер идет, походу, и шкура медведя тоже. Две мерзкий рычаг. Вот нахер мне нужен, сука. Все готово, пойдем. Так, чуть-чуть разоружился. Хорошо. Так, тут опять, короче, ловушка, да? Сейчас будут эти блядские пауки с роботами. Но они пока не активны. Так, хороший свиток. Так. Еще один лук отнимает 479 единиц магии. Девочка, херачу. Ты чё такой непобедимый, блядь, а? Так, эти болты я зря беру. У меня шарбалета все равно нет. Так что болты можно не брать. Там, блядь, то... Вася. Так, хорошо. Смотрим на карту, смотрим. Что-то его как-то немножко подплющивает. Видите, такое размытие жесткое. Интересно, из-за чего это? Что это может быть вообще?
Охереть, это до сих пор был парализован. Это ж насколько у меня теперь сильные посохи, а? Кстати, у меня 4. Хотел сказать 4%, 4 перка. Четыре перка свободных. Так, а посохи у меня полностью прокачаны, да? Да. Так, а вот я одноручку качаю. Так. Так. Будем дальше, ребят, развивать ветку кинжалов. Раздвоенный клык. Так, а это что? Танец кобры. Силовые атаки кинжалом. Движение в бок отнимают у цели 100 единиц магии. Ладно. Пусть будет так. Так, стрельбу мы не трогаем, конечно же. Стрельбу мы не трогаем. Так, вот здесь был. Видимо, нет. Выручил лук трусости. Сколько всего? Сколько всего тут зачарованного? Пипец. Так, здесь были. Руки чешутся подраться. Кто там? А, ну развлекайся, развлекайся, девочка. Так, ему повезло, что у меня нет подходящего камня душ. Так, вот еще двери, кстати. Так, это эликсир карманника. Так, здесь очищено. Все, ребят, я, в принципе, был везде. Можно отсюда нахер выходить.
тут еще можно вот так вот, скажем, прям пока. А, мне наверх. Ну тогда вопросов нет. Так, где здесь, блядь, выход, а? Чё-то я вообще не врублюсь. А, вот он. Точно, точно, точно. Так, вот здесь мы ещё не были, да? А? Так, нет, здесь ничего нет. Та дверь, мне кажется, неактивна. Просто тупо неактивна. Так, проход завален, проход завален. Все, выходим. Так, в зале мертвых я был, тут я был. Короче, тут везде я был. Хорошо. Идем дальше. Давайте теперь в это крыло. Фу, пиранов перевязывай. На твоей совести преступление против Скайрима и его народа. Что ты можешь сказать в свою защиту? Ну, наш штраф. Умница. А теперь пошли в замок. Есть краденый товар. Ой, блядь, вот это нахер, иди, блядь. Вот это иди на. Короче говоря, сюда нельзя заходить. По крайней мере, пока, да? Когда женщина подходит с оружием на готове, умудрено замерзнуть. Так, собачки.
Ребятки, большой сорян, у меня опять гребаная оказия со звуком произошла. Иногда карта видеозахвата вот такую вот херню выдает, долбаную. Вот там минут 10, по-моему, да, если не ошибаюсь. Геймплей записался без звука, без аудио, так сказать. Вот, поэтому постараюсь за этим блюдить более внимательно. А мы продолжаем. Мы продолжаем. Значит, смотрите, я побазарил, ну, скажем так, со всеми. И в том числе с Ярлом, как вы видели, и по тексту субтитры, слава богу, есть на экране, поэтому нормально. Я думаю, никто ничего не пропустил особо. Так, вот это вот я, наверное, возьму. У меня уже конкретный, уже практически очень-очень-очень конкретный перегруз. Единственное, я, наверное, чуть-чуть добавлю звука. Наверное, вот так вот. Нормуль. Так. С этим поговорил. Ух ты, сколько у него денежек. А ну-ка, иди-ка ты сюда, дружище. Ну, могу и тебе продать пару вещиц за подходящую цену. Так, дружище, у тебя есть эбонитовые слитки? Сейчас я пойду крафтить. И мне надо быстренько побежать в темное братство и прокачать 5 очков алхимии, конечно же. 5 очков алхимии. Так, вот полоски кожи, блять, я вот не помню. У меня они, по-моему, уже закончились. Ну, я в рифтоне, естественно, я в рифтоне забил. О, ёлки-палки, а. Уже. Как говорится, уже. Так, короче, надо лишнее нахер выкидывать нахер. Серебряная кровь. Он хороший человек и храбрый солдат. Так. Что-то я, видимо, как вы видите, переборщил, малёха. Со всей этой хренью. Пожадничал. Не стоило мне брать эбонитовые слитки. Блять, лошара. Ой, блядь. Так. Вес 15. Щит уходит на... Ой. Так. Слушайте, а чё он уходит? Чё я торможу? Я ж ему могу все это продать. Чё-то я реально туплю. Так. Не проснулся еще. Алло, это вы что там еще не проснулись? Алло. Так. Дружище, ну что? Дружище, по 33 он покупает эти робу. Офигеть, вообще я в шоке. А у меня такая же. Кстати говоря. Так, ну они особо роли не играют, потому что у них веса нету ни хера. Так, это вся херня зачарованная, и мне бы по-хорошему это все донести. Ну вот два стамину если даже повышает. Ну, блядь, хер бы с ним, с этим луком. Так, весь червонец. Это будет 46. 44, блядь, вот 44 единицы магии эту. Существуют люди уровня 5, вообще ни о чем. Вес 2,5, стальной кинжал испуга. Все нахер. Так, ребятушки. Сейчас мы пойдем в рифтон. Так. Ярл, по-моему, здесь, да? Я дядя Игмунда. Молодец, дядя Игмунда. Ты его управитель. Так, кольцо малого удара. По совместительству. Держи руки при себе. Не ругайся. Не ругайся, дружище. Не надо ругаться, не надо. Те ребята даже за мной не успевают. Блять, как он, сука, так быстро бегает. Так.
Блять, а тут еще. Разве что сколько людей нам потребуется, чтобы выкурить их из холмов. Руки чешутся отправить пару мятежников на тот свет. Так, ну с этим я уже. Если будем бить их на их территории, они не придут сюда. Так, пока этот дурачок. Пока этот дурачок хлопает ушами. Так, у меня уже тем временем взлом будет 80, да. Ух ты, две мерзкие, блядь. Малахит возьму. Две мерзкие, металлический слиток. Блядь, придется кое-что еще. Так, козью шкуру нахер. Кстати, кожа. Кожа до хера вещит, ребятки. Кожа, кожа, кожа. А знаете, что сейчас сделаю? Я ее выделаю. Я ее выделаю. Слышь ты, что ты на меня уставился, блин? Козлиная рожа. Хотел зелье лечения стырить, но, видимо, не судьба. Так, короче, идем к кузнецу. Сейчас мы быстренько кожу выделаем. Она будет... Ну, должна, по крайней мере, должна весить в разы меньше. Так, дружище, я надеюсь, у тебя для выделки... Да, есть. Ну-ка, дай, иди, ну тебя нахер, иди. Так. Во. Сразу посмотрите вес, посмотрите сразу. Ляпота. Ой, ляпота. Шикардосик вообще просто. Разгрузились. Все, ребятки. Все. Короче, город мы здесь, в принципе, уже обошли. Целиком и полностью. Сейчас, знаете, как сделаем, ребят? Сейчас. Единственное, мы там в одно место не прошли. Сейчас я покажу, где. И я думаю, мы туда пройдем чуть-чуть попозже. Знаю я так. Так, вот, смотрим. Значит, для ориентира. Здесь был. В музее я не был, ребятки. А, значит, холл мертвых был. Вот эта вот херня, раскопки, я там уже все выпотрошил нахер. А вот музей. Вот мне бы, блядь, зелье невидимости. Ребят, по-честно, мне кажется, там вкуснятины до херища. До хера и больше. Вот честно. Как вот мне кажется. Так, в шахтах был. Тут я был, здесь я был. Говорят, Ульфрик Буревестник убил верховного. Так, здесь на водопадах Непонс Хаус Непона был. Опа! Блять, а тут оказывается вон оно. Чё, сука? Нельзя тут пролезть. Ну и хер бы с ним. Так, ребятки, возвращаемся в Рифтон. Нам надо сейчас пофармить. Нам надо сейчас кузницу подделать. Так, следующий, наверное, город, ребятки, на очереди, который я буду обследовать, это Виндхельм. Да. И думаю, там я все-таки уже карманные кражи до соточки. Но подниму это по любасику. Так, а сейчас мне надо прокачать алхимию. И может быть, если я сразу поднимусь на 61 уровень, я сразу 10 очков алхимии бахну. Посмотрим, с чего я смогу снять зачарование. С того шмота, который я добыл. Недавно в Рифтоне? Послушай, доброго. Недавно, девочка. Поселись в Чилиже. Ночлежка это не для тебя. Так, ну что, погнали. Есть что снимать? Ух, есть. Так. Сопротивление болезням. Есть такое дело.
Так, и цены на 13% лучше. Я, наверное, ребятки, сейчас, прежде чем торговать с кузнецом, зачарую охренетительную какую-нибудь вещицу. Кстати, у меня, сразу хочу сказать, мне надо забацать один вот такой вот, вот такую один шапка, и вот, наверное, я ее зачарую все-таки на цены. Давайте сразу. Так, голова гранат, поехали. Так, берем шапку. Водное дыхание, магия, алхимия, взлом, восстановление, изменение, колдовство, стрельба. Вот сука. Неа. Ну ладно. Пока я, короче, на голову наложил чары, надо забацать их. Все, на башку больше ничего нет. Так, а что ж у меня идет из этих самых, скажите мне, пожалуйста. Так, золотое кольцо с бриллиантом. Что я могу на кольце? Давайте смотреть. Электричество болезни, скорость восстановления регенерации магии, тяжелая броня, стрельба, скрытость, одноручка, легкая броня, карманные кражи, восстановление с алхимия, магии, здоровье, водное дыхание. На кольца, значит, не действует, да? Ожерелье, блядь. Вот, походу... походу, ожерелье. Ну, хорошо. Смотрим. Электричество болезни, здоровье запас сил, переносимый вес... тяжелая броня, стрельба. Не, ребят, ну, блядь, ожерелье у меня есть. Скрытость, кузнечное дело, карманные кражи, взлом, алхимия, магия. Вот, искусство торговли. Теперь надо великий камень душ. Во. Во. Зачаровать предмет. Зачаровать предмет. Так. Ну что, ребятки, давайте сейчас тогда. Так, кольцо с бриллиантом. Так, 1100. 1200. Восстановление здоровья. 1500 переносимый вес. 2000, 2700, 1400,
Так, переносимый вес пока 1,5, и скрытость. Самая охеренная вещь для колец, я так понимаю. Да, ребятки. Вот видите, какая охренительная тема. Так. Черный камень душ. Сразу 2700. Так. Также делаем. Сейчас мы, ребятки, все вот это вот попродаем, и будет все просто шикарно. По 2700 вообще нормально. Денежек мы поднимем неплохо. Очень неплохо. Так, ну что? Блять, еще надо камней души, ребят, покупать. Таких камней уже почти нет. Так, а колечки уже не такие дорогие. Жди, жди, девочка, жди, сейчас, подожди. Так, все, 1,5 пошли. Ну, ладно. Давайте, короче, пока вот так. У меня сейчас 412. Так, теперь. У меня есть... Так, вот это вот ожерелье с изумрудом. Чтобы не запутаться, ребят, я, наверное, сейчас... швырану в свой сундучок. Где он, блядь? У меня тут что? У меня тут два вот таких вот посоха. Охеренных. Кстати, насчет посохов, ребят. Посохов у меня хоть жопа ешь уже. До хера всяких. Я их, наверное, тоже пока сложу. Так, тип... Блять, болты, ну нахера я их брал? Ну скажите мне, блять, ну зачем, сука? Выкинет их нахер, пусть вот валяются. Так. Ну поехали, значит, это кинжал, это квестовая херня. Теперь по лукам. Луки все на продажу идут нахер.
Так, это мой, да, 119. Это так, 44 магии. Так, это в бегство, блядь. Короче, этот посох сюда. Так, 8 единиц холода. 44 урона. Призывает питомца. Молния наносит 44 урона. Хорошо. Так, теперь. Ожерелье ушло. Это мое кольцо луки и одноручное оружие. Ладно. Это таскаем. Так, перчатки. Одноручно. Ладно, надо потом перчатки закрафтить охерительные. Так. Заклинание. Так, это луки тоже обратно. Это все на продажу. Теперь я себе закрафтил ожерелье. Вот, с ценами. Вот это ожерелье я сейчас одеваю. Вот это ожерелье я одеваю, конечно же. Так, и еще у меня... Подожди, почему сникин, блядь? Я же с ценами делал. Блядь, что за хуйня происходит, а? Скажите мне. Вот он. Так. Это на продажу. Вот. На 24% цены лучше. И еще я сейчас, ребята. И еще я выпью зелье купца. Так, наш красавчик, вот он, да? Ты замечательный друг. Это дорого. Так, да благословит тебя Мара. Спасибо за благословение. Оно мне пригодится. Молодец. Так, у этого, короче, диалога нет постоянно. Я не могу понять, почему. Так, 8 часов вечера. Ждем-с. Хочешь посмотреть, как Балимон творит чудеса из стали, да? Что привело? Погляди. Так, ребятки, выпиваем зелье купца. Клинки, шлемы. Так, быстро, быстро, быстро. Все необходимое. Толкаем, толкаем, толкаем. Все быстренько толкаем. Так, все, ребят, у меня нету золота нихера. Так. Помни, подает только настоящая огненная соль. Кузница подделку всегда уже. Ждем сутки. Так, люди, ребятки, сутки шлемы, подождали. Практически все необходимое. У него обновилась вся херня. Так, продаем еще. Тут уже, конечно, будет подешевле, но что поделать. Сейчас все камни душ пойдем потратим. Мы тут всю херню все еще позачаровываем. Так, это мой лук, это мой кинжал. Эти два мы продаем. Ну, собственно, все, да, остальное у нас уже ничего нет. Можно, кстати, еще продать
Так, регенерация нахер. Так, зелье лечения моей девочки дадим. Бля, что зелье зачарования не выпил, а? Вот сейчас пойду выпью. Так, меткость нахер. Так, кузнец, это хорошо. Ага, вот снаги без зачарователя. Карманник ушел. Сопротивление магии ушло. Так, вот это все, магия уходит. Отрава. Пагубная отрава, сильная отрава, слабая отрава, яд, яд паралича, это мой. Так, 4 яда паралича у меня, хорошо. Так, вот уже полтинник. Так, свиток. Это все алхимия. Так, ну это, короче... Все, что имеет вес, все идет нахер. Кстати, там какой-то том заклинаний был. Ладно, похер уже, блин. Уже продал. Так, знаете, что я еще могу у него? Я еще могу у него купить эбонитовых слитков. Они мне нужны, ребятки. Очищенный малахит, олигарховый слиток, так и быть. Кардуновый нахер не нужен. Две мерзкие, ладно. Так, железный слиток 17. Давайте сейчас золотых поделаем. Ништяк, что у него столько слитков. Так, железная руда. Полоски кожи, так и быть. Возьмем. Так, у нашего красавчика... Настоящая огненная соль. 23. Ты рано-то перерязываешь. Воняешь, как мокрая собака. Боги улыбаются тебе. Так, сейчас забираем свое ожерелье. И все, наши добавляем в избранное. Так, нет, я не туда пришел, сорян. Так, нету руды, все. Так, давайте, наверное, сейчас немножечко кузнечным делом займемся. Блин, вот я лошара, надо было все ингредиенты забрать. Фу, блядь. Ай, господи боже ж ты мой, да что ж такое-то? Ну что ж я так торможу, а? Назад. У меня ж просто для кузнечного дела куча всякой херни там. Куча просто. Просто очень-очень-очень много. Очень-очень-очень-очень много. Всего. Так, нету руды для трансмутации. Ну и хорошо. Ну и ладушки. Так, девочка моя. Руки чешутся подраться. Конечно, я могу нести много снаряжения. Ну-ка, отдай-ка мне. Вот это так, нордский мед, это все. Я тебе, как обычно, зелье лечения отдаю. Все готово. Так, пойдем. У меня по весу 407, блядь. Как бы унести вот это все? Аметист, гранат. Ага. Вот, блядь, кардуновый слиток, я вот одно не пойму. Наверное, чешую я все-таки пока здесь оставлю. Я не знаю, что с нее можно сделать. Сейчас потом подумаем. А ну-ка, может, кардуновые слитки я пока заберу. Давайте заберем мы их 50. Пока так.
пока пусть будет 50. Стражи рассвета, это да, возрождаются. Так, ну что, ребятки, пьем зелье кузнеца. И погнали. Ух ты, ништяк. Так, это полоски кожи, да? Эбонитовый слиток. Раз. Два. Так, 1700, 1700. Не, ребят, я лоханулся, короче. Загружаемся. Подождите. Мне нужно эбонитовых слитков и побольше купить. Блять, эти, как обычно, спят, сука. Ждем.